А перед просмотром поставь лайк и подпишись на канал. Спасибо! Здарова, народ, с вами Just Jack, и мы продолжаем проходить с вами игру под названием Resident Evil 0. Это вторая серия. Погнали! Пока что прохожу на голом энтузиазме. Все три человека, которые меня будут смотреть, спасибо вам огромное, ребят, вообще обожаю. Вы самые лучшие, самые замечательные, красивые людяшки, самые прекрасные. И лучше вас на свете нет, знайте это, пожалуйста. Вы вообще самые крутые. Короче, вот молодцы. Вот люблю вас, короче, вот так. Сердечко вам, вот. Так, в общем, что нам нужно сейчас сделать? Давайте поднимемся по лестнице, пойдем, возьмем патроны, там всякую фигню для пистолета, я не знаю, там зеленую траву, что-нибудь еще. Короче, все, что мы попробуем, все, что мы можем взять, давайте попробуем. Все, что мы не сможем взять, давайте не попробуем. Думаю, при помощи зажигалки будет бесполезно. Зачем я зашел сюда? Ладно, давайте возьмем. Так. Патроны для пистолета, во-первых. Естественно. Во-вторых. Возьмем красную траву. Красная трава! Почему ты не берешься? Вернись. Вернись, слабачка. Так, у нас есть место? У нас есть место. Ну так и в чем проблема? Так, ладно, давайте вот так. Да, возьмем сохранение. Отлично, наконец-то. Использовать, смешать. Шикарно. Так, хорошо. У нас остается еще одно место. А у напарника... У него есть тоже одно место. Но я думаю, что мы... Вот этого тоже возьмем, на всякий случай. Вот эту вот коробку мы пока здесь и оставим, потому что, в принципе, как бы, наверное... Хотя нет, мы ее сразу отсюда заберем, просто я сейчас сделаю вот так. Напарник сменить. Сейчас возьму траву. Использовать. Потом мы сейчас зайдем сюда. Я сразу возьму этот ящик, и мы его выложим там, где, наверное, какое-нибудь сохранение. Поближе, короче, где. Ножик я не думаю, что мы с собой будем таскать. Он нам особо не нужен, в принципе. Хотя, блин, он тоже нужен. Вот патроны, кстати, у нашего дядьки-то и закончились. По-хорошему бы, конечно, наверное, пистолет мы выбросим. Давай пистолет выбросим, возьмем нож. Экипируем его. И будем за дядю с ножом. А переключаться мы уже будем... На дробовик как-нибудь уже потом. Так, надо понять, куда использовать крюк. Скорее всего, но это не точно. I'll check it out. Okay. Let's regroup. Okay.
Так, смотрите, значит... Туда мы пока не можем, потому что нам нужны два ключа. Нам нужно как-то попасть... Не знаю, давайте попробуем все же на крышу попасть. Куда-то сюда. Потом мы сейчас сделаем. Бесит, конечно, что эти зомби иногда все же появляются. Вот. Сломанная лестница. Сейчас она бесполезна. Вот. Осмотреть. Все. Значит, я думал о двух вещах. Это либо мы должны лестницу потянуть, либо люк. Но. Стреляй давай. На. Заколебали эти зомби нескончаемые, а? Ну да, чем чаще туда-сюда бегать, тем больше патронов, конечно, тратишь. Ну, ладно, по крайней мере, пока что еще терпимо. Так, вот, сюда. Вам понадобится специальный инструмент. Вот он, собственно, и есть, этот специальный инструмент. А у него опять уже желтые жиськи, а? Посмотри. Ай-яй-яй-яй-яй. Забраться в техническую... Ни хрена себе. Нормально. Ёб твою! Нормально, смотри, справляемся, ёпты, ножом их! Спрей первой помощи у нас там есть, да? Канистру. Блин. Сейчас, я понял. Не, подожди. Напарник сменить. Хотя у нее вон сколько аптечек, поэтому давайте используем. Тут вот у нас... Так, патрон для дробовика возьмем. Используем. Хорошо. Возьмем канистру. И она, скорее всего, нужна... Так, это первый предмет, наверное, для... так, вот, наверное, для... Так, подожди. Да ёпта! Сука, корявое говно. Золотое кольцо. Использовать, смешать. Вот так. Хорошо. Первое у нас есть. Первая тема у нас есть. Это хорошо. Так. Гарпун. Блин. Сука. Гарпун.
Фу, но он тоже будет два места занимать, черт тебя дери, скорее всего, да? Ну давайте попробуем вот здесь сейчас вот так вот сделать. Возьмем гарпун. Я не знаю, правда, гарпун это оружие, либо это... Так. Так. Подожди, еще раз. Наверное, двигаться нельзя, да? Так, применение гарпуна. Данное устройство следует использовать только при осмотре труднодоступных крыш, вагонов или при прицеплении поезда для специального назначения. После использования устройства необходимо вернуть на место. На первом этаже эти вагоны, естественно, расположены. Вы стрелите из гарпуна так, чтобы зацепить верхнюю часть лестницы. Используйте лебедки для подъема, зафиксируйте крюк. Все это понятно, ясно. Так, пойдем. Это ручной тормоз. Нужна магнитная карта. Так, хорошо. Хорошо, мы взяли гарпун. Теперь мы сможем подняться по лестнице. Оставить пока дробовик здесь. Ну, я думаю, что да, мы пока оставим дробовик здесь. Я не думаю, что с ним что-то прям супер страшное произойдет. Так, мы открыли дверь с другой стороны. Теперь нам не нужно будет перелазить туда-сюда. Это уже плюс. Хурена ты, говно! Слышь ты, дерьмо собачье, я тебя сейчас зарежу, ты скотина, ты гробой, вонючина, получи по яйцам, чик-чик, и нет яичек, ёпты. Ты чё, скотина, ты, блин, вонючий повар, едеть твою ядрить, и чё, я тебя сожру, ты хотел нас сожрать, да я тебя сожру, сейчас вообще офигел, чукч погано. Какое-то вино. Так. Так, сменить, так, теперь использовать. Вообще, козёбан, скотина, урод, пустая бутылка. И нафига нам пустая бутылка, давайте её смотрим. Вы можете использовать это как оружие, если заполните чем-нибудь. Дайте догадаюсь, если я заполню это бензином, то это будет как коктейль Молотова, да? Так, выбросить. Ну-ка, если обменять. Так. Ну, естественно, естественно. Возьми, крошка, крошка, возьми, пожалуйста. Малышка, возьми, давай. Да, давай, хорошо. Так. Хорошо, это, видимо, мы сейчас...
Попробуем. Я знаю, что мы сейчас даже попробуем. Так, у нас, наверное... Не, подожди, это не здесь было. Да иди твою. Так, нет, это выход, это нам пока не нужно. Это мы сюда, это мы туда. Это мы сюда зря пришли, это я зря сейчас патроны потратил. Так, нам, получается, нужно сейчас сходить туда. Блин, что у нее реально со здоровьем? Вообще беда какая-то прям. Прям бедовая беда. Так, давайте, наверное, даже мы сейчас сменим напарника. Пока за него побегаем, мало ли что. Он уже покрупнее, он такой, дядька, более выживаемость у него более сильная. Вот. Так, сейчас нам нужно с вами подняться, попробовать наверх. Вот это я хочу сейчас посмотреть, попробовать, получится ли у нас с вами, использовав коктейль Молотова, вот эту хрень уничтожить. Давай проверим. Один коктейль Молотова потратим, ничего страшного. Так, экипировать. Не, это так не работает. Это так не работает, к сожалению. Так, значит, сменить. Давайте в таком случае сейчас сбегаем, как бы вот эту фигню вот тут вот. Так вот сделаем. Ага. Блин, надо было вот это выложить, наверное. Взять дробовик. Потому что у него кроме гарпуна... Ну давай спрыгнем! Тихо. Да иди твою ядрить! Давай еще умри мне здесь! Да ты серьезно, блин? Это чё? Я не хотел выходить. Я сразу скажу, я нечаянно нажал на выход. Нож. Нож. Так, это просто нож, ясно. Ладно, давайте... Блин, конечно, не хочется использовать это так, но давайте. Да. Давайте теперь его осмотрим, скорее всего.
смешать. Осмотреть. Заглянуть. Ключ-карта, да? Опа-на! Голубая ключ-карта для того, чтобы открыть дверь, ведущую в главный вагон. Шикарно. Что ж, давайте посмотрим, куда нас приведет. Очередная дверь. Так, блин, я еще больше теперь запутался, иди твой ядрить. Подожди, так здесь мы были? Мы здесь были или нет? Да, мы здесь были. Вот он, пистолет мой. Да, вот он, проход. Типа ему пофигу, да, что на него эти ублюдки маленькие прыгнули? Let's regroup. Okay. Пойдем. Сейчас я хочу вернуться назад, забрать дробовик. Да, я сейчас хочу вернуться назад, забрать дробовик 100%. Потому что я не думаю, что нам гарпун теперь понадобится. И, скорее всего, ключ-карта наша не подойдет для того, чтобы остановить вагон. Так, по-моему, сюда. Так, да, наша ключ-карта, скорее всего, не подойдет. Поэтому мы сейчас делаем что? Мы этот выбрасываем. Дробовик забираем. Да, вот он, если еще гарпун здесь валяется, я должен это запомнить. Так, теперь мы идем с вами... Прямо через сохранение. Вот там мы с вами сохранимся. И пройдем дальше. Да иди уже! Дай пройти! Сейчас мы с вами там сохранимся еще раз. И будем продолжать наши похождения. А я вообще, на самом деле, блин, я очень жалею, что я столько аптечек потратил на желтых хпшках. Надо было, наверное, все же жадничать и просто их выкладывать. И использовать уже, когда будут красные. Потому что аптечки довольно мощные, они восстанавливают все здоровье. Поэтому с моей стороны было крайне расточительно, на самом деле, использовать аптечки для лечения желтенького здоровья. Ну да ладно. У нас есть там еще одна-две аптечки. Поэтому не думаю, что... Мы будем испытывать... Хотя, блин, может, и будем испытывать из-за этого проблемы. Так, давайте... Сменим. Сохранимся. На первое сохранение перезапишем. Потому что, мало ли, я такой в итоге скажу, да пошло оно в жопу, и переиграю вообще все нафиг, потому что очень много я потратил. Сменим на мужика, потому что за него удобнее танковать, типа он танкует, а она сзади там стреляет. Это чуть-чуть немножечко поудобнее, чем... Подожди. Это просто
Свет фонаря, ясно. Спасибо. Ну, как я, собственно, и сказал, она не пригодится. Это группа Дельта. Это группа Дельта. Мы получили контроль над поездом. Прием. Вас понял. Бессмыслица какая-то. Как могла произойти утечка Т-вируса? И почему им заражены обе лаборатории особняка? Ведь поезд почти в 3 милях оттуда. Это не имеет значения. Нам нужно принять меры, информация, чтобы информация не получила огласки. Уничтожить поезд. Полностью. Какой молодой Вискер. Как далеко от вас ближайшая ветка? Примерно в 10 минутах. В чем дело? Прикольно. А это жучки уже. Которые вмешались в ваши планы, ребятушки. И мы, два главных героя, которые тоже вмешались. Ха-ха-ха-ха-ха. Так, двигатель серьезно поврежден. Вообще, про экстренное торможение я помню. Оно было в жопе поезда. Поезд разобьется или сойдет с рельс. Я должен остановить эту штуку. Так, управление тормозной системой. Производится в 3 шага. Первое. Активация управления. Тормозные контроллеры расположены в следующих местах. В кабине машиниста в первом вагоне, в заднем крыле 5-го вагона. Чтобы активировать систему, вы должны вставить магнитную карту в устройство в 5-м вагоне, после чего запустится подача питания в обоих узлах управления. Ввод кода в задней части вагона. Вот, это вот там, где мы были, ага. Введите код в модуль задней части вагона, чтобы снять блокировку. После чего можно будет ввести код в кабине машиниста. Ввод кода машиниста. Введите код в модуль кабины машиниста для снятия блокировки. После выполнения 3 действий вы сможете воспользоваться ручным торможением. Кто останется? Так. Пускай остается, наверное, Ребекка. Я активирую тормозной блок в задней части поезда. Ну а ты здесь нажмешь на тормоз, договорились? Ладно. Билли. Что? Будь осторожен. Ага. Так, подожди. Да. Я понял. Хорошо, у нас есть дробовик и дохрена патронов к дробовику, поэтому я не думаю, что мы будем испытывать какие-то серьезные проблемы. Тем более, что мы можем реально просто пробежать. Да ну нафиг. Пошел вон. Так, блин, а я что-то не особо помню. Как мы туда попали? Да вы серьезно, ни хрена вас тут! Да вы угораете! Да блин! Пошли вон! Да блин! Пошли вон! Так.
Вроде бы сюда. Нет! Не умирай, Билли! Твою мать! Твою мать! Resident Evil Zero. Зира. Блин. Конечно, с таким дробовиком не очень удобно. Ладно, благо тут реально мы вот сохранились-то буквально. Но за нее мы, мне кажется, мы охренеем. Хотя... Не, давайте, знаете что, вот так вот сделаем. Обменять... Да, понял я. Блин, она более такая юркая. Окей. Не, но я все равно, скорее всего, за Билли побегу, потому что я, во-первых, ему уже коктейли передал. Мы там парочку коктейлей бросим. Останется Ребекка. Так. Хорошо. Блин, вот я не помню. Куда бежать? А, ну вот это там, где собаки были. Да пошли вы нахрен! Нам прям действительно надо до Талова вперед просто бежать, все. Так, сюда. Эп ты! Ну? О! Подожди. А какой код-то?
ввести код в кабине машиниста. А где код-то узнать? Я ж не знаю, какой код-то, ёб твою мать. Блин. Так. Ноль, так, 36 5 5 6 5 5. А, я понял. Смотри. 2, 2, 2, 5, 5, 5, 5, 5, 3, 2. Вот так. Это Билли. Я настроил прибор контроля на торможение. Прием. Поняла. Включай тормоза. Так, теперь ты, да? Твою мать, это сколько надо посчитать? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Это 50. Подожди. 9, 18, так, 21, 20, 21 плюс 9, 30, 39. Блин, я не помню, математика! Стой! Мне нужен калькулятор. Стой! Сейчас, секунду. Я воспользуюсь современными технологиями. Так, 81 делить, например, на... Так, 81 делить на 9. Да ёб твою мать, 81 разделить на 9 равно 9. Так, это все по... Это 81 на 9. А у меня там их 10 получается, да? 81 разделить на 10. Это получается 8 и 1. Так, подожди. 9 плюс 9 плюс 9 плюс 9. Это 36. 9... 45. Это получается пятерка, да? Шестерка это 54, семерка это 63, восьмерка это 72. Короче, надо 9, 8 раз, потом восьмерку и единичку. Давай. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 8-1. Ха! Фух! Математика, ёпта! У меня была всегда 3 по математике, поэтому сорян. Пришлось подумать на паузе. Так. Это мы, получается, к Raccoon City, да, приехали? Ну, точнее, к этому месту событий с первой части. Ребекка? Ребекка? Ребекка! Ребекка! Я здесь.
Ты цела? Эй, мы могли остановить поезд. Мы смогли. Да, мы это сделали. Нам нужно искать выход. Это получилось... Ёпта. Чувак, follow me. А, вот. Ага. Это у нас все предметы были. Follow me. Так. Хорошо. Да, теперь мы меняемся на него. Это мы экипируем. Окей, это меня радует. Это меня радует, что здесь, в принципе, все у нас осталось. И гарпун, и прочее. Так, интересно, а мы гарпун можем экипировать и стрелять? Так, давай выбросим коктейль Молотова и проверим, что мы можем вообще делать с гарпуном, если мы его вдруг возьмем. Нет, мы его можем только использовать. Поэтому... Так, напарник... Ладно, давайте тогда гарпун возьмем. За нее мы возьмем коктейль Молотова. И двинемся немножечко дальше. Потому что гарпун, скорее всего, потом бы в какие-то труднодоступные места поможет нам добираться. Так. Давайте-ка мы, наверное, сменим на него. Пускай он первый идет. Он у нас более танковый парень. Так, там у нас тупик. Канализационная жижа испускает сильное зловоние, от которого на глаза наворачиваются слезы. Круто. Так, подожди, а синий это означает то, что... Нет, синий это означает то, что у нас ничего нет здесь, наоборот. Сочится из тыка проржавевших труб. Поднимаемся по лестнице и смотрим, что у нас там дальше. Но мы явно куда-то уже прибыли в... Это особняк? Исследовательский центр Амбреллы? Он что-то явно знает, да? Скорее всего, он слишком много знал. Поэтому его... Подожди, это особняк? Первый генеральный директор, доктор Джеймс Маркус. А это еще что за люди? Она просто новичок из отряда Старс. Как насчет парня? С ним я не знаком. Внимание, говорит доктор Маркус. Прошу тишины, давайте поразмышляем над девизом нашей компании. Подчинение рождает дисциплину. Дисциплина рождает единство. Единство порождает власть. Власть — это жизнь. Кто ты? Я тот, кто распространил Ти-вирус в особняке. О том, что я устроил заражение в поезде, и говорить не приходится. Что? Отомстить Амбрелле. Он, короче, своим пением... Смотри, что творит, мразь какая, а? Ля крыса! Он, знаете, как этот из сказки, где этот на дуде игрец, короче, играл и крысами управлял. Доктор Маркус?
10 лет назад доктор Маркус был убит руками Амбреллы. Вы помогли им, не так ли? Ну, понятненько. Так, подожди, это у нас... Это наш родной особняк? Это что, наш маленький родной особнячок? Меч рыцаря надежно блокирует дверь. Это что, особнячок? Так, это не ломается? Нет, это не ломается. Ну ладно, давайте смотреть, что у нас вокруг, что у нас здесь, что у нас там, что у нас тут. Блин, серьезно, вроде бы... Да. Да? Это вот здесь вот был этот... Или нет? Нет. Так, подожди, там что-то страшное, поэтому заходим в дверь, быстренько, резенько, так, пифчик, и все. И ничего страшного не существует. Так, это какие-то туалеты. Так, в кране нет ни капли, вероятно, все сломано к чертям собачьим. Туалетная бумага. О, так. Тут у нас места нет, поэтому мы ничего с собой брать не будем, но... Нужно будет запомнить, что... Так, а если я сейчас выйду, она живой останется, интересно, нет? Так, тихо-тихо. Теперь экипировать. Да давай уже! На! Гори, тварь! Гори, сука! Так. Окей, это вообще ничего хорошего. Да ёб твою мать, уходи! Давай, 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 мужик. Так, уходим. Уходим. Твою мать, я ж не сохранялся! Я же не сохранялся, это все заново, надо будет проходить. Нет, я не хочу. Так, я так понимаю, этот мужик за нами, да, будет бегать везде? Это что? Это сохранение. Да. Блин, я не знаю, стоит ли вообще сохраняться. Да что-то я крайне как-то неудачно зашел. Ну давай, ладно, сохранимся. Блин, ну это вообще крайне печальное дерьмо, то, что сейчас там вот происходит. Может, его пока оставить здесь? Okay. Пока оставайся здесь, а я, короче, побегаю, посмотрю, наверное, что тут вокруг есть. Блин, а как я не заметил это место сохранения, вот это вот все, ёб твою мать. Так, здесь у нас...
патроны для пистолета. С узором огня. Не-н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 е. Так, блин, там еще дверь у нас есть. Но туда я, наверное, не успею, да, пройти? А сейчас, может быть, и успею. Слушайте, ну, короче, я понял. Вот этот вот, короче, Маркус, директор. Это будет что-то типа вот этих вот местных немезиды и прочего вот этого. Так, я понял. Оно, скорее всего, на нас тоже сейчас рыпнется. Это очень плохо. Ладно, давайте просто, я вот сохранился, мы сейчас вот побегаем, посмотрим, может быть... Ага, котельная, понял. Так, у нас тут еще какая-то дверь. И потом есть у нас еще второй этаж. Но я думаю, я сохраняться не буду после того, как я здесь. Тихо, отходим. Хорошо. Хотя, может быть, и сохранимся. Черная статуэтка. Ну, давай. Место, в принципе, есть еще. О, это помповый дробовик. У нас под него как раз-таки есть место. Но это, блин, для него надо. Да, давай сначала по лестнице поднимемся, посмотрим, что есть. Если что, мы возьмем с собой помповый дробовик для того, чтобы передать его потом мужику. Вот так вот я поступлю. Понял. И там дядька встал. Да давай уже, так, я понял, так, спускаемся обратно вниз, там, да. Потому что без дробовика мы тут с пистолетом вообще не справимся, надо взять с собой дробовик, там вроде бы, надеюсь, зарядов 6 будет. Блин, у нее уже внимание, отлично, есть 7 зарядов. Я все же должен посмотреть, что там происходит. Поэтому давайте поднимемся и расстреляем с дробовика нахрен всех тех уродов, которые тут. Так. Вот так, и его с пистолета достреляем. Слушайте, неплохо, неплохо. Я считаю, что мы неплохо справились. Так. Угу. Вы открыли дверь. Какую дверь я открыл? Куда я ее открыл? Так. Я вот не знаю. Пожертвовать дробовиком для того, чтобы скомбинировать две этих, потом нахрен сбросить черную статуэтку, либо же вернуться, отдать им... Ладно, давайте сделаем так. Вот так вот сейчас это... выбросим дробовик. Зеленая трава. Возьмем вторую.
вторую, я сказал, возьмем. Так, использовать, смешать. Получим вот так. Черную статуэтку, наверное, пока выложить. Или же отказаться от дробовика. Ладно, давайте пока от дробовика откажемся. Я надеюсь, что мы справимся и без него. Тут, в принципе, целая толпа была. Но, скорее всего, дальше вот здесь так не должно быть. Это что? Это куда? Так, это куда-то еще ведет. Это туда, это сюда. Это куда-то вообще не понять куда. А ты чё такой бронированный-то, алё? Так, ну они, по крайней мере, сразу сдохли. Это комната с картинами. Узор огня. А здесь у нас что? Надеюсь, не смертушка наша. Так, нет, здесь микропленка А. Давай возьмем. Если что, мы ее всегда сможем выкинуть. Карта. Так. Это мы, получается, вот сейчас где? Вот там, где вот красненькая, или вон там, где красненькая сверху мигает? Непонятно. Красненькая сверху, наверное, мигает. Это пленка. Значит, здесь где-то должно быть сохранение. Правильно я понимаю? Вообще, на самом деле, реально классная тема. Это закрыто. А, классная тема — это оставлять персонажа с лентой рядом сохранения на всякий случай. А, и... Так, ну здесь, кстати, ничего нет. Здесь только закрытая дверь. А, понял, здесь нужна помощь двоих. То есть один кто-то становится здесь, второй крутит. Ясно, сюда нужно будет вдвоем возвращаться потом. Сюда нужно будет возвращаться вдвоем. Слушайте, слушайте, тут вообще прям интересно. Довольно-таки больно интересно. Так, туда нам пока не нужно, там закрытые двери. А, отсюда мы выходим. Дальше, давайте дальше смотреть. Сейчас мы вот так вот по кругу пробежим, более-менее поймем вообще... Где мы находимся? А куда нам нужно вообще идти дальше, по-хорошему? Так, это у нас сцена. Система безопасности заблокирована. Ставьте системный диск. Для активации нужен системный диск. Системного диска у нас, естественно, конечно же, нет, но есть какая-то микропленка А. Ставьте эту пленку в проектор, чтобы посмотреть содержимое. А, все понятно. Так, а подожди, давай-ка мы еще вот это вот осмотрим. Осмотреть. Каменная статуэтка с жутким одиночным крылом на спине. Вон задница у него. Здесь есть отверстие сзади. Хорошо. Видимо, это с отверстие сзади с чем-то нужно комбинировать, да? Так, теперь, вот у нас тут есть, замечательно, у нас есть пленка, у нас есть сохранение. Да, я думаю, что мы сохранимся и на этом серию как раз-таки закончим, потому что
У нас уже прошел целый час. Охренеть, ребята, целый час. Я вообще не замечаю, как время летит, когда я играю в Резидент, потому что реально, ты там что-то пока туда сходил, потом сюда, такой думаешь, вот сейчас теорию проверю. Пока мы там то, все, пятое, десятое, чем мы вообще уже в каком-то особняке, непонятно, вообще непонятно, что происходит. Короче, ребят, с вас, как всегда, пальчик вверх, комментарий. Вот это вот все. Обязательно с вами еще увидимся. И всем пока. Куча хорошего настроения! Эй, бро, обязательно подпишись на этот гребаный канал. Ага. Спасибо, бро!